1 сентября. Откачиваем уже мед мы. Погода неделю уже стоит. Дожди и холод. Приходится снимать надставки при такой погоде. Пчела не летает, потому что холодно. Плюс 15 сегодня у нас. Но работу делать надо. Будем снимать большую башню. Посмотрим, как себя пчелы ведут. Восьмая наставка. Это самый первый мед. Ну, конечно же, тут будет все запечатано. Вторая наставка. Удивительно, в наставках пчелы есть. Ну, тоже все запечатано. Это третье. Также печатный. Пчела не ушла. Ну, посмотрим. Как они отстроили. Все запечатано. И отстроено. Здесь матка F1 19 года. Также все запечатано. Вот еще василек пошел. Все запечатано. Такой красивый желтый мед. Это вторая наставка отстроена, одна вощина была. У нас сегодня плюс 15. 1 сентября. Отбираем мед. Погода не давала отбирать, но уже выхода нет. Вот шестой корпус. Также давали одну вощину. Печатают. Это седьмой корпус. Также отстроен. Ну и печатают. Матка 19 года. F1. Добрались до гнезда. С начала июня в гнездо не лазил. Ну, в гнезде у Баквоста пусто.
Вот маточка засеяла полностью эту рамку. Конечно, необыкновенные пчелы Бакласт. Плюс 15, 1 сентября, дают работать без защиты. Здесь расплод. Мы сейчас трясем пчелу со всех корпусов. Тут будет полно пчелы. Здесь также маточка сеет. Все эти рамки вот засеяны. Мы сегодня закармливаем. Даем сразу 10 литров. Обрабатываем от клеща. Вот нашли маточку. Ну вот эта маточка. Она стала уже небольшая. Матка 19 года. ВИФ 8. В работе с пчелой Бакласт нужно знать нюансы. Вы должны точно знать, какой объем улья должен равняться меду. Мой объем — это 10-рамочный улей, который позволяет принести 8 надставок меда. Я вам разобрал, показал. Вот эта формула объем гнезда равно мед нужно знать путем опытов многолетних в вашей местности. И тогда вы будете точно знать, какой резерв, какой ресурс пчелы оставлять в гнезде, чтобы пчела могла в избытке принести хозяину мед. Я слышу часто: много пчелы, мало меда. Да, конечно, если у вас 16-рамочный улей гнездовой, вот этот момент, объем гнезда равно мед, вы должны учитывать. Я говорю только про стационар и про свой опыт. У меня на пасеке, вы видите, это работает. Вот такая маточка. Ставим обратно. Ну и все. Стрясаем пчелу. Ставим обратно. Вы видите, пчела позволила работать без маски. Ну, дым нужен согнать пчелу. Конечно, мы работаем в масках. Это просто показать, насколько пчела Бакласт необыкновенная пчела. Плюс 15, дождь, холод. Мы работаем 1 сентября. Вот мы вам показали 8 надставок. Это работа пчелы Бакласт за весь сезон. Кто-то скажет: мало, много. Ну, то, что имеем на стационаре в этот тяжелый, сложный год. Пчела сработала. Вы видите миролюбие. Мед. Работаем дальше. Работаем быстро. Времени нету. Четыре надставки стрясли. Вы видите пчелу. Я без маски. Ну, продолжаю работать. Пчела уже немножко взлетает, конечно. Но
позволяет работать. Четвертую наставку стрясаем. Позволяет пчела, позволяет работать. Так, шестой корпус снимаем. Необыкновенная пчела бакласт. Так, 6 наставок стрясли. Седьмую. Красота. Сегодня 1 сентября. Отбираем пчел. Вовремя не получилось из-за непогоды. Но ждать нет смысла уже. Приходится работать так, как есть. Сегодня у нас плюс 15. Но пчела дает работать. Отбирать мед. Красивые белые рамки. Ну вот такие рамки. Это уже 8-й корпус. Красивый, печатка белая и необыкновенная пчела бакласт. Мы вам показали съемку почти онлайн. Восемь корпусов. Вот столько получилось пчел.
Вот такой объем пчелы. Сейчас в улочках заливаем щавелевую кислоту. Вот так мы прямо по улочкам льем. Наш опыт подсказывает, что мы льем так, как нужно. Показали отъем меда на нашей семье ВИФ-8. 8 надставок, в каждой надставке по 9 рамок. Можно посчитать, сколько принесли за сезон пчелы Golden Buckwheat в Беларусь. Хочу повториться, чтобы иметь мед на малых взятках или в плохой год, нужно точно знать объем пчелы равно мед. Это важный критерий. Вот такая пчела позволила работать.